Всем привет, дорогие друзья, с вами X-Creator, и мы играем в Doom 4, или Doom 2016 года, который вышел в этом году. Так, я прошу прощения, у меня тут со звуком косяки могут быть, потому что я толком не настроил звук. Теперь я буду слишком тихо. Давайте немного добавим. Так должно быть нормально. В общем, это у меня пиратка. Я не спорю, она подлагивает. На моем железе, вот, допустим, смотря вот на вот это место, у меня сейчас 35 FPS. При этом, смотря вот на вот это, у меня 65. Ну, потому что текстур больше. Тут, то есть, свечки, тут огонь, тут кровь, еще и дым. Основу это выставляет вот дым. Это вот дым от огня, вот на нем 50 FPS. Посмотрю вот я сюда, тут 65 опять. В общем, я только-только скачал пиратку, только-только ее установил, и как видите, все прекрасно работает. Если кому надо, я специально напишу ссылку на торрент. Че за тварь? Это какой-то монстр, по-моему. Мы обязаны его сдержать. В этом саркофаге лежал я. А вот и моя наглядная броня. Какое HD качество. Я играю секунду, на средних настройках. Игра по умолчанию мне ставит ультра, но на ультрах при записи видео, простите, там FPS совсем никакой. Поэтому я запускаю игру вот на таких вот средних настроечках. Всю размытие вырубаю максимально. Ну что ж, одеваем броню. О, воспоминания пошли. Воспоминания первых трех частей Doom. Возможно, в том числе и ремастеред. Какой красивый шлем. Шлем штурмовика. Включается интерфейс. Так, я тут нажимать ничего не могу. Пока просто смотрю, когда я ничего не нечего сказать, тогда я просто молчу. Отключение демонического вторжения невозможно, пока связь со спутником Распресс не будет восстановлена. Здравствуйте, я доктор Сэмюэл Хайден, глава этого комплекса. Я думаю, мы сможем работать вместе и решить эту проблему к обоюдной выгоде. Легко и просто. О, бесконечные патроны. На самом деле, довольно дерьмово выглядят сплэши. О. Это типа зарядка и усиленный выстрел происходит. Так, заряжать его, я так понял, не надо. Если честно, до этого я в Doom не играл вообще. О! Течка. Мы просто клацаем, а. Он все делает сам, но... Братюня, дай мне... Это дробовик. Да, это дробовик. Боевой дробовик, ОАК, стреляет картечью, нанося большой урон врагу. Ну, это, в принципе, все понятно. А, па-па-па-па-па-па. Так, опа, есть карта. На правую кнопку, значит, у нас крутится, вертится. На левую кнопку перемещается. А это что такое? Эхо. Там, значит, какая-то байда, здесь у нас костюм. Ну-ка, давайте-ка вернемся назад. Так, как тут у нас спринт? Или спринта? Ну, хотя тут спринта, в принципе, не нужен. О, назад у нас и не пустит. Печально, печально, печально. Так, значит, у нас дробовик с рычажной системой перезаряжания. Ну, не с рычажной, а вернее...
полуавтоматической. Небезопасный уровень демонического присутствия. Начинается... Это средний уровень сложности, товарищи. Это средний, это не легкий. О, давайте сейчас проверим. Ой, ну началось. На. Ты смотри, какой он умирающий-то, а. Так. Что за звуки? Или это вот око Саурона тут ругается? Уровень демонического присутствия. Начинается блокировка. А, паркур-система. Значит, максимально у нас только 20 патронов имеется. Но смотрите, везде разбросаны патроны. А тут какие-то деньги лежат. Броня, виноват. Деньги. Знаете, я... Перед тем, как нажимать на какую-то ярко светящуюся хрень, обыщу вначале все вокруг. Потому что, вот смотрите, если бы я тут не оббежал... Вот еще, я бы не нашел кучу брони. Давайте нажмем на это. Пускай херня вылезет. Я сказал ведь, ну что? Опа. Какие скоростные. Простите, но системы автонаведения у меня нету. Я воюю как могу. Да что такое? Ага, понял. На них хватает. Дважды кликнуть кнопку А, вернее F, чтобы они получили мой крит. Ну их тут что, их на всех убить что ли или что? Дробовик заряда полный. Классика Дума, вот за что я его люблю. Еще что-то кровавое гнездо. Я все понял. За что я люблю Дум? За вот это вот. Реально, за ненудные бои. Хотя, если честно, этот бой довольно нудный был. Нельзя дать ему покинуть это место. Он может все разрушить. Женщина, я солдат. Иди к черту. Я беру на себя полную ответственность за все ужасные события последних 24 часов. О, боже. Но вы должны понять, мы интересовались их миром исключительно. Сломай! Я уверен, он его сломает. Да, все вышло из-под контроля. Но уверяю вас, у нас были веские причины для такого риска. Я ж сказал. Это The Softworks представляет. ID Software. Doom. О, Hard Rock. Просто божественно. Ну вот честно, ни в одной... Нигде вот я как бы не находил информацию о том, что тут можно выходить на планету. Если я прав, мы на Марсе. Так, я как понял, урон от падения нам не дается. Так. У, закрыть. Конечно, косяки вот эти вот русского перевода. Не косяки, вернее, а полные вот эти вот переводы. Допустим, да, тут даже клавишу Е написали как У. Ну, это для... Опа, на. Территория К, наличие. Надо долго все читать. На самом деле лень. Не хочу. Никогда это не читал и не буду читать.
Может, повзрослею на пару лет, тогда у меня появится интерес к этой писанине всякой. А секунду, там ничего нет? Нет. Дум славится своими секретами. О, 2, 3, 4. Не, ну я конечно, та еще какаха, которая стреляет, ну просто ультра метко. Ух ты, мать твою, это что? А, это те же. А нет, секунду, это какие-то новые. Ох! Давай, руби его руку. Нет, простите, но средний уровень сложности довольно тяжелый. Давай, собирай. ХП. Я вижу патроны на заднем плане. Так, нам надо будет залезть сюда, прежде чем взять их. Информация принята, информация взята. Хапаем тут броню. Убиваем гадов здесь. Я слышу, что кого-то сзади. Ну-ка, вот ты вот тут со своим пулеметом. А, да постой, их же можно... Я вот сейчас судорожно клацаю ЛКМ, признаться, ну это довольно тяжело. Ну-ка, кыш, Вася. Патрошки. ХП. Патроны. Что еще? Я уверен, тут еще что-то лежит. Так, ну эту броню я видел, вот патроны я только сейчас увидел. Показалось, что броня... Это вроде бы все. Ну вот FPS 44. Не очень радующий меня FPS. Я не люблю играть с низким FPS, но... Настройки снижать, уж простите, снимать вам мыло. Ни моему глазу, ни вашим глазам неприятно будет. Входим куда-то. Че это? Найдите синий ключ доступа. Ну понятно, он по-любому какого-нибудь мутанта. А, ну виноват. Ладно, у трупака. Просто вспомнив опять же Doom. Или сейчас кто-нибудь вылезет. Просто обычно, чтобы получить какую-то хрень, надо пройти через такой ад. Что это просто жопа. Ну что-то все довольно просто. Скучная граната. Нажмите левый Ctrl или среднюю кнопку мыши, чтобы использовать. Средняя кнопка мыши у меня не работает. Значит, мы сейчас пойдем менять управление. Так, зверские убийства. Достаточно урона, демон будет оглушен. Угу. Короче, я могу вообще не жрать аптечки. Убивая только имп один. Одержимый солдат и одержимый. Вот это реально страшнее выглядит, чем вот это. Хотя они все страшные. Ладно, давайте залезем быстренько в управление, поменяем. Это все делается. ПКМ. Где тут гранат? Ага. Допустим, я хочу X, значит, это кнопка Ч. Ч. Ч нету. Ну вот, простите меня. Ищем букву Ч.
Я ее тут не вижу. Пустим F1. Да что за тупость? Вроде бы вот других привязок клавиш тут нету, я их не вижу. Левый Alt. Да F1, ну что ты делаешь? Ну и насрать, все нормально. Так, граната у нас одна, потом мы ее будем экономить. А мы вот сейчас как поступим, знаете? Вы уже все видите. Высокого поставить, а мы стреляли всех более-менее слабых монстров. А, это бурильная установка, я так понял. Вот тут бурят. Изготавливают. ХПшки. А! Типа вот эти вот ампулки здоровья выпадают из них только когда я совершаю зверское убийство. Ну вот честно сказать, для средних настроек это мыло. Ребята, это мыло. Ну, товарищи, ну как можно было... Так. То что-то можно сделать. Сейчас попробуем. А что такое? Это ведь не патроны. А-а-а. Ну я понял. Улучшение автокостюма. Сканер местности. Что вообще такое сканер местности? Ага, улучшать оружие можно через таб. Так, а вот это вот тут что такое? Автокарты. Какая автокарта? Где вы тут карту увидели? А, или вот этот вот радарчик сверху, как в Fallout'е? О, значит, это для костюма, это для брони. Скачать, так, это у нас недоступно. Давайте это получим, что ли? А как назад? Ну все. Ой, ну началось. Так, я что-то не понял. А где карта-то? Ой. По классике жанра кликаю букву В, которая во всех шутерах отвечает за ближний бой. Лифт. Где лифт? Тут я был, тут меня не было. Бронька, граната. Мило. Одну секундочку, ребята, вот я попить схожу буквально, сейчас вернусь. Так, ребята, снова с вами. Поставил греться чаек. Ни хрена на самом деле не попил. Ну, да, и так нормально.
По крайней мере, кашлять перестал. На. Секундочку. Это что у нас тут такое? Тут же. Будешь знать, как связываться с солдатами. Чё какое-то синее свечение? А я думал, это можно юзануть. И это нельзя. Да, ну, скучно. По крайней мере, хоть сюда залезть можно. О, а вот туда падать бы не хотелось. Тут это есть. Или о. Чё за нахрен? А, боевые дроны доставляют вам модификации оружия. Сжмите активатор модификации правой кнопкой мыши. Простите, я хочу микрогранату. Спасибо. А теперь вали отсюда. Угу, понял. Зажимаешь правую кнопку мыши, стреляешь левой. Все предельно ясно, все предельно понятно. Зря патроны подобрал. Пригодятся. Ты смотри, он не умер. Если честно, это очень тяжело, ребята. Блин. Я считаю, что в первый Doom было легче играть. Хотя, наоборот, вру. Но ведь я ведь попал. Накапливаем заряд и... Попал. Ну ты посмотри, какой я меткий. Я сейчас, честно, я настолько сейчас боялся облажаться перед зрителями. Что уж думал? Ну все, думал, сейчас не попаду. А, ну там проход. Я хочу сейчас залезть вот сюда вот. Чудно. Дым это просаживает FPS дичайше. Насколько далеко полетит граната? Вот и все. Вот так. А вот эти вот, кстати, агрессивные. Вот лежит там граната. Раз кусок свалился, значит я его убью. Чудненько. Продвигаемся дальше. Что у нас тут? А, я здесь мог забраться, кстати. Не заметил. Так бы путь бы сократил практически вдвое. О, супер броня. Знаете, почему называют это супер броней? Потому что я вспоминаю старый добрый Unreal Tournament. Ох! Я лениво жопа, чтобы их тут вот, подстреливать, да чё, да? Смотрите, сколько валит их пистолет. На! Я впервые прости меня, дорогой друг. Патрушки. А, я в эту дыру бы упал, это не случайно.
Вернее, не бездельно. Он бы там подобрал весьма. Ох ты ж! А эта херня взрывается. Че я не пользуюсь? Броня, броня, броня! Я хочу наверх. Интересно, сколько там? 3 патрона, по-моему. Ой, это еще что за ужас? Я хочу тебя в рукопашку. Я же сказал, что хочу тебя в рукопашку. А с тебя мы сейчас еще хп подберем. Ай, чили. Контрольная точка, значит, мы выбили всех ублюдков в этой зоне. Походу впереди босс. Я прав, я прав. Я не знаю тут где что, я не знаю как что. Я играю в эту игру первый раз, не смотрел на нее ни обзора, ничего. Поэтому я тут... О, супер броня. Я тут нубец. ХПшка. Так, ну-ка подождите, мне тут сдается, что тут что-то есть. Но нам рано. Я уверен, что вот здесь хотя бы, ну, что-нибудь должно быть. Я ж сказал. Вот, ну вот жопой чую число. Когда где-то что-то есть, там граната. Эти гранатами не пользуюсь. Забываю. В этой вот, я не знаю, есть там что-нибудь? Нет, мне кажется, нету. Ни хрена себе нету! Сколько брони, чуваки! Так, надо, по-моему, согрелся чай, поэтому я снова на паузу. Хорошо? Так, друзья, я снова с вами. 221 день без несчастных случаев. Ну, вот знаете... Вот один несчастный случай выглядит примерно вот так. Так. Что-то не понял. А вот это вот, типа, вот это вот две точки, это я секреты не нашел? Потом займусь ими. Курсор даже появился какого-то черта от мышки. Центр Распресс. Вырвались из своей тюрьмы и отправились в бой с силами зла. Зла. Цикл начался заново. Чтобы выяснить источник демонического вторжения, подключитесь к спутнику связи с центром распределения ресурсов. Стандартные штампованные уже шутеры по первому Думу, что всегда самые главные хрень охраняются. Трипл босс, который там безумно сложный, он будет в конце игры. Это, простите, ну это классик, это знают все. Но, по-моему, я все-таки не нашел два секрета. Здравствуйте, я Вега. Искусственный интеллект марсианского Веган? Комплекса. Я провел диагностику бретарианского бронекостюма и выяснил, что смогу активировать дополнительные испытания, с помощью которых вы сумеете быстрее обновить свой арсенал. Я добавил в ваше досье отслеживающую программу. Ты макрос у меня вообще не действует. Испытания активируются, очки улучшения оружия. Не так. Подожди, я что-то не допёр.
Так, убейте два одержимых одним выстрелом дробовика. Зверски убейте одержимых пяти разными способами. А вот это, кстати... Блин, секреты. Давайте их поищем. Давайте уделим... Прости. Вот от этого дыма просто безумно просел FPS. Основное энергоснабжение отключено. Двери заблокированы. Я там что-то вижу. Как туда вниз попасть-то? Так, мы заработали очко улучшения оружия. Ага, видимо, работает такая хрень. Одно испытание, одно очко оружия. Я надеюсь. Тут все к сраному мощному электроразряду. Давайте вот это вот. Пистолет тоже так-то немаловажная вещь. Ну вот на данную. Я понял. На данной стадии игры это тоже немаловажная вещь. Я надеюсь, что мы туда попадем по сюжету. Иначе так неинтересно. Здравствуйте! Ой, ребят, FPS совсем у меня упал. Вот с этим дымом и кровью этой проклятой. FPS совсем тупит. 25 FPS, господи боже. Особенно сейчас. Последние минуты вашей жизни в этом мире. Все эти слухи. Человеческие жертвы. Портал в ад. Или Дима. Может это связано с тем, что он так все нагружает память? Правда. Давайте я что-нибудь убавлю. Допустим, то, что я не знаю. Фильтрацию. Вот фильтрацию декалей. Трилинейная. Костюм декалей. Низко. Отражение. Вот тоже пусть будет низко. Частица нормально. Тени вообще. Вот, я всегда тени выключаю, но блин. Параш. Декали. Так, это низко, это все. Ну, это тоже пусть низко. Отражение низко. Низко. Ну, давайте вот так вот примерно оставим. Я не знаю реально, мне кажется. Ой, будьте благодарны. FPS не сильно вырастет. Первыми. Ну, так и есть. Вы воссядете рядом с ними, так же, как и я. В новом мире, который они создают для нас. Запись кодека. Нажал Tab, а меня перекинуло на окно улучшения оружия. Честность. Особенно сейчас. Последние минуты вашей жизни в этом мире. Вижу, понятно. Все эти слова. Человеческие. Надо мной натуральный ад. Вернее, подо мной. Друзья мои, будьте благодарны. Вы станете первыми. Вы воссядете рядом с ними, так же, как и я, в новом мире, который они создают для нас. Прямо сейчас. Такое убийство у нас уже было, к сожалению. Особенно сейчас. Последние минуты вашей жизни в этом мире. Все эти слухи. Человеческие жертвы. Портал в ад. Демоны. Все это правда.
Сорян. С кем не бывает. Вы станете первыми. Вы воссядете рядом с ними, так же, как и я. В новом мире, который они создают для нас. Прямо сейчас. Я верю в честность. Вот особенно сейчас. Пришел и стою там, как дурак. Так жизни так в этом мире. Все эти слухи. А ты заколебала болтать-то? Меня уже от твоего голоса тошнит. Демоны. Все это. Я понял. Вы станете первыми. Вы воссядете рядом с ними, так же, как и я. В новом мире, который они создают для нас. Прямо сейчас. А где эти секреты искать? Особенно сейчас. Последние минуты вашей жизни в этом мире. Ах, туда вот мы залезть не можем. Все эти слухи. Человеческие жертвы. Портал в ад. Демоны. Все это правда. Друзья мои, будьте благодарны. Вы станете первыми. Вы воссядете рядом с ними, так же, как и я. В новом мире, который они создают для нас. Прямо сейчас. Я верю в честность. Особенно сейчас. Товарищ, это был секрет. Минуты... Правильно? Нет, это не было. А что это за музыка играла? Что я сделал? Слухи. Человеческие жертвы. Портал в ад. Демоны. Все это правда. Комнатка из первого дома. Че я там хотел-то? Нам ничего не надо. Ну, тут что-то было написано про... Так, это патроны. А, нет, это броня. Прошу прощения. Я не играл в первый Doom, честно. Не буду вам врать, но я реально, я тут не знаю, что да как. Это вроде бы труп. Секрет я нашел. Друзья мои, будьте благодарны. Блин, как же это забавно. Вы станете первыми. Вы воссядете. Ты видели, да, в каком он жопе вообще находится? Пошел ты. Поди подмойся, Майя. Вот! Но это ведь тоже должно было дать вкус в разнообразии. Я аж диск упал там. Классика шутеров. Ног нет никогда. Оп. Точная запись кодека. Ты видел, да, как я тебя? Вот. Так. Это путь назад. Тут по-любому тоже есть секрет. Сколько мы снимаем? Мы снимаем до хрена. Время. Опа. А я его, походу, уже нашел. Это еще не все, ребят. Супер броню вижу. Мега броню. Мать твою.
Здесь, в УАКА, мы гордимся нашей постоянно растущей командой. Что типа такое? Лучших из лучших. Хотите роста? Стремиться к великим целям? Достичь высот, о которых и не мечтали? Узнайте у руководителя, подходите ли вы для жанра этого года. Ну вы знаете, как это обычно происходит? Чем больше зона, тем... Тем реальнее, что в ней будет секрет. Бензопила, которая выбирается нажатием клавиши G. Бензопила расходует топливо. Чем больше демон, тем больше топлива понадобится. Аргент ячеек. Не, ребятки. Вот вы меня за дебила-то не держите. Но здесь должен быть секрет. Это как гравипушка, короче, в Half-Life. Ну там вот ты G нажимаешь, у тебя гравипушка появляется вместо оружия. А вот так. А вот так. Это что-то не секрет, это какая-то параша. Это лажа полная. Потом за секрет его не считают. Опа-па-па-па. Маня. Маня. Сюда зайти определенно нельзя. Одну секунду. Ой, у обещник чешется. На потолке. Это что такое? Это какая-то невидимая мне хрень. Опа! Весь мир рассчитывает на нас. Вы справитесь? Ребята. Вот серьезно, я посвящу всю эту серию, всю ее окончание, просто поиску секретов. Я не знаю, как... Блин, как туда попасть? Здесь, в УАКА, мы гордимся нашей постоянно растущей командой. Возможно, реально перепрыгнуть сюда, здесь пробежать. Так и вот так. Ну давайте последний раз попробуем. Не получится, пойдем дальше. Потому что я там видел вроде бы проход. Вроде бы этот проход должен меня провести. Нет, не залазит. Все, тогда идем дальше. Вот ты... Сорян! Идем мы за хпшками, за хпшками! Че, попробуем? Вот это охренеть! Вот это, ребята, вот это охренеть! Вот это просто жесть! Жалко, что это не очень быстро кончается боеприпас. Там сверху ведь... Ну вот ведь он выход. Значит, там можно попасть с той стороны. Здесь, в УАКА, мы гордимся нашей постоянно растущей командой. Каждый год мы собираем лучших. Хотите роста? Стремиться к великим целям? Достичь высот, о которых и не мечтали? Узнайте у руководителя, подходите ли вы для жатвы душ этого года. Я, ребят, не понимаю. Ну, наверх там можно попасть. Причем дыра
есть с другой стороны. То есть, понимаете, какая тут вещь? С другой стороны туда не попасть. Ну, в эту дыру, ну, не допрыгнуть. Это логически понятно. Так, у стены тоже пройти нельзя. А там у нас что? Там у нас ничего. Ну, попробуем еще раз. Я не знаю, как-то надо попробовать прыгать. Возможно, как-то я еще тут не досмотрел паркур, который работает в этой игре. Мне кажется, вот на вот эту вот хрень, ну, невозможно встать. Ну, я же говорю. Не только пока. Весь мир рассчитывает на нас. Вы справитесь? Как-то же туда можно, блин, попасть. Ну вот смотрите, вот как в эту дыру мне попасть? А если вы скажете мне, что надо вот туда вот пойти, то вы пойдете в жопу. Ладно, потом может быть загуглю, но пока точно делать ничего не буду. В доступе отказано. Требуется желтый уровень допуска. Вот. Только зажал назад, понимаете? Вот только я зажал, чтобы идти назад, и меня сбивает эта медленная байда. Не забывайте, что это пиратка, и она может и больше глючить, и больше лагать, и что-то там может не быть, что-то может быть. Ребят, видите, да, эту чушь? Все, я туда не залезу. Как это вообще? А, ну вот он, остановщик лифта. Опять всю следующую зону проходить заново. Давайте ее быстренько пройдем. Как тут... А, F. Нет, так как эта хрень ваншотит. А, нет, испытание пройдено. Ну чё я типа подобрал? Канистру с бензином? А-ля Postal 2? А ну-ка, ребятки, вот тут все не так просто, да? Опа, опа. Здесь второй этаж. Давайте пробежим вот сюда. Хераси, как работают Васи. То, что С это крауч, это я понял. Крауч, это в смысле присесть. Вот знаете, какой нежданчик просто. Ладно, давайте. Сейчас мы идем последний раз. О. Сядь на месте смерть. Ну да. Чем там? Вырубаем лифты. А давайте вообще залезем наверх за броней. Отлумано. За каким хером там эту кнопку поставить? Потрошки возьму. Так, аптечки нам нужны. Вот. ФПС. Так, патроны.
Есть броня. Уже я хочу залезть туда. Причем прямо сейчас. В говно. На тебе в говно. О, вот это вот я, конечно, зря. А тут и есть. Или у меня галюны? Галюны. Хочу смотреть, как этот труп ковыляет. Я искал, что кто-то есть. Кто такие были не галюны? Блять, подобрал эту какую-то канистру с бензином. Да чтоб тебя-то, а! Ну вот! Вы, ребят, понимаете, да? Меня просто сейчас раздавило дверями и лифтом. Блин. Знаешь, что в этом виновата игра, но просто, ну понимаете, какая-то тупость. Как бы сказать, глупо, я помираю. Давайте еще раз через верх пойдем. Броню соберем. За броню вчетверо легче. Мы берем патрошки. Так, там впереди, значит. Слева патроны. Центр броня, справа патроны. Не берем. Просто вы понимаете, да, как мы фастом проходим. Ну смотрите, мы даже урона не получаем. Ну, ладно, получаем, конечно. Но не такой высокий, как хотелось бы. Был Васи, нету Васи. Все, собственно, мы прошли этот уровень. Опять тут надо нажимать, не нажимать. В доступе отказано. Требуется желтый уровень допуска. Да я знаю. А чё? А что это за канистра? А, так это для бензопилы топливо. Тьфу ты. Вот я дурень, да, вот. Вот сейчас я бензопилу не пользовался и думаю, а какого хрена не берется эта канистра? В секунду до меня допёрло, что это вот. Вот специально не хочу падать туда, потому что опять бегать, прыгать. Знаете, какой геморрой. Это хрень. Давайте посмотрим, что тут можно сделать. А тут ничего нельзя сделать. Что-то горит зеленый свет. Ладно, все, падаем. Мать твою-то, а ну вот зачем я это сделал? FPS, FPS, пожалуйста, не падай. Я с вами что тут по всей карте бегать должен? Главное, игра реально на средних настройках.
а все равно FPS низкий и графика говно. Вы понимаете, да? Не попал, да ладно. Да ладно, ты шо, бессмертный? Ты блин. На моей территории все равны. Капец их тут! Мне нужны патроны. Понимаете, на какой черный день надо держать бензопилу? Там лежат патроны. Возьмем патрошки здесь. Знаете, вот прежде чем идти туда, мы еще раз обследуем тут все. Реально, и меня очень сильно заботит тот тайник, в который я не смог попасть. Но вы видели, путь там есть. Так, это... А, ну это понятно. Давайте оббежим еще раз все тут. Может, куда-то можно залезть. Давайте посмотрим. Кажется, по этим кранам нельзя бегать. Сюда можно. О, да ладно. Компенсация удара. А что за компенсация удара? Ее отключат, что ли, типа? А это что такое? Тоже непонятно. Ой, ребят. Вот по спрятанным тайникам игра реально самая нудная. Где мой лифт? А, ну вот. Я нетерпеливая параша просто. Ой. Ну что ж, ребят. Давайте пока что подведем итог первой серии. Вот становимся вот здесь. В общем, игра. Игра мне реально нравится, но с записью видео играть нереально практически. Давайте вы просто... Вот кто посмотрит реально, зрителей у меня мало, я это знаю. Подписчиков мало, комментариев, естественно, тоже мало. Кто посмотрит, вы, пожалуйста, напишите, стоит снимать дальше, не стоит. Реально бесят вас вот эти вот лаги на видео, не бесят. Ну вот, допустим, FPS прекрасно. Если я сейчас выключу видео, у меня FPS будет 70, я буду играть вообще как боженька. Но с записью видео это тяжело. В общем, всем спасибо, ребята, за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, конечно же, на канал. Оставляйте любые комментарии, любую критику. Я приму только, как бы, правильно приму, короче. Ну и всем удачи, всем пока.